16 октября состоялась пресс-конференция исполняющего обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Александра Оприщенко. В ходе встречи с журналистами глава ведомства отметил, что с начала реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса на горячие линии относительно медицинской помощи поступило более 3000 звонков. На сегодняшний день лечебным учреждениям Донецкой Народной Республики в рамках программы оказана помощь почти 300 пациентам, жителям Донецкой области. Поступает множество обращений от граждан Донецкой Народной Республики с просьбой о расширении направлений программы. Я напомню, что сейчас она оказывается по направлениям родовспоможение оперативное и физиологическое, онкология, в том числе онкогематология для взрослых и детей, эндопротезирование крупных суставов и установка кардиостимуляторов. Поступают просьбы по расширению направление родовспоможения до оказания оперативной помощи по гинекологии, а также по онкологии, чтобы можно было получать оперативное лечение и лучевую диагностику. В Минздравом Донецкой Народной Республики принято решение о удовлетворении просьб жителей Донецкой области и расширении данных направлений программы. Алина Черняева, Илья Летодиани, Новороссия ТВ.